В конце прошлого года в Приоралье ввели в строй первую в регионе птицефабрику. Предприятие, расположенное в Шилийском районе области, выпустило первую партию готовой продукции. А уже в следующем году здесь намерены увеличить показатели вдвое. Райхан Тажибаева расскажет подробнее. 11 тысяч цыплят яичных пород Хайсекс Браун завезли на фабрику чуть более полугода назад. Сейчас уже куры-несушки дают до 10 тысяч яиц в сутки. Отпускная цена одного – 15 тенге. Дешевый местный продукт по качеству не уступает своим привозным конкурентам. В помещении необходимо поддерживать постоянную температуру 21-22 градусов тепла. Влажность должна быть в пределах 65-75%. Нужно внимательно следить и за состоянием птиц. Мы составляем специальный кормовой рацион. На двухразовое ежедневное питание в среднем затрачиваем больше тонны корма и около 2 тонн воды. От этой технологии зависит качество продукции. Современное оборудование и передовые технологии. Почти весь производственный процесс на фабрике автоматизирован. Машинами управляют всего 7 человек. Они же несут ответственность за здоровье и безопасность цыплят. В планах у предприятия расширить производство, запустить новые линии и увеличить мощность. В сентябре следующего года хотим запустить еще один цех и увеличить производственную мощность вдвое. В сутки будем выпускать до 25 тысяч яиц. Планируем воспользоваться государственной поддержкой, взять льготный кредит и приобрести дополнительное оборудование. Продуктивность несушек 1,5 года. Затем их место займет молодняк. К этому времени на фабрике намерены создать замкнутый цикл производства. Планируется открыть цех по выпуску мяса птицы с годовой мощностью 65 тонн. Райхан Тажибаева, Ханат Инсибаев, Руслан Айтмамбетов, Кызылординская область, Хабар-24.